Себе, что уже зарабили напад татары, але за ими не пошли рыцари тевтонские, потому что они все это ведали, и они имели справу с татарами, кому разумели, что это пас. Первым не вытримал все-таки напружение перед битвой, и первым почал деничать битву. Битву, до речи, маючи 60 годов взросту, на час Грунвальдской битвы был недельный человек. Вышли полки литвинов, пешие полки. Зараз на них кидается конница Валенрода. Пешими их сустракают так званые смоленские полки. Это полки Аршанский, полк Мстиславский и полк Смоленский. Я нагадываю, что в 15-м стагодии Смоленск належит великому князю Литовскому. Тому хоругва со Смоленска так само была. Потому что им Тимур дал большой в этом самом. Рыцари Валенрода передумали. Да, я.